Уже больше 30 лет в России отмечают День медицинского работника каждое третье воскресенье июня. Праздник учрежден Верховным Советом СССР. В этом году он выпадает на 19 июня. Однако врачи получают первое поздравление уже сегодня. Звание заслуженного врача России получает Борис Цветков. Он отдал медицине почти 30 лет. В больнице Середавина заведует хирургическим отделением. Только за последние 3 года провел больше 500 операций. Эмоции по поводу награждения выражает лаконично, точно и коротко, как скальпелем работает. Не было такой цели, что вот обязательно я должен там быть представлен к этой награде. Конечно, почетно, здорово, приятно очень. Ну, это обычная наша повседневная работа, то, что оценили наш труд, мой труд, вот так вот, это здорово, я могу сказать только спасибо. Выдающихся работников здравоохранения губернатор наградил почетными грамотами и благодарностями. Николай Меркушкин отметил, сейчас в регионе активно развиваются высокотехнологичные виды медпомощи в области сердечно-сосудистой хирургии, онкологии, травматологии и ортопедии. Мы можем стать мощным центром, куда будут приезжать люди не только там наши соседи, но с разных концов страны, понимая, что здесь можно получить помощь медицинскую такого уровня, какого нет там во многих других или в абсолютно большинстве регионов страны. За последние несколько лет в области сократилась общая смертность населения. Впервые за много лет смертность из-за онкозаболеваний в Самарской области оказалась ниже российских показателей. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События.